Итак, выездная диагностика Ford Focus 3 Restyling. Автомобиль у нас 2016 года выпуска, достаточно богатой комплектации титаниум, без доп. Пакетов. 1.5 EcoBoost, 150 лошадиных сил, турбодвигатель, 6-ступенчатый классический автомат. Смотрим мы для клиента из Санкт-Петербурга данный автомобиль. Автомобиль у нас продается в одном из автосалонов города Пскова, где был сдан по системе трейд-ин. Два собственника у автомобиля, по сути один, так как муж и жена владели данным автомобилем. Стекла у нас полностью все заводские, вплоть до лобового, оригинальные. Резина зимняя в отличном состоянии, все шипы на месте, протектор в идеале. Диски, колодки, перед, зад в отличном состоянии. Есть вот такая вот вмятина на передней правой двери. Видимо, что-то ударило по ручке, замяло. То есть вот эту площадь, ручку саму поменяли. Сейчас покажу немного салон автомобиля. В целом салон в отличном состоянии. Руль не перекрашивался, не перешивался. Пробег 41 тысяча километров. Большая мультимедиа, климатическая установка, круиз. Все это присутствует на автомобиле. Селектор в отличном состоянии. Переключение передач в автоматической коробке. Значит, немного грязноватые сиденья. Стоит их почистить. Ну, наверное, только задний ряд требуется внимания по химчистке. Значит, вот эти места все живые, ничего не красилось, еще краска не облизалась, как знаете, фартовскую болезнь. Вот, видимо, стояло детское кресло, и ребенок доставал ногами. Так, фары все горят. Ну-ка, запачкал. Значит, оптика перед, зад оригинал, все светится, работает на автомобиле. По кузову, по лакокрасочному покрытию, без каких-либо окрашенных деталей, все в оригинале, кузов полностью в заводской краске. Так, моторный отсек пыльно-рабочий, но все соединения шлангов, значит, все сухо, никаких запотеваний, течи, ничего нет, двигатель работает хорошо, без лишних шумов, турбина без запотеваний, маслопотеков. Значит, по компьютерной диагностике есть только одна ошибка по, значит, лампочки стоп-сигнала. Сейчас наглядно покажу эту ошибку. Вот она. По езде очень автомобиль понравился, очень прыткий. Турбодвигатель хорошо разгоняет автомобиль, коробка переключает мягко. В принципе, наверное, все. Информацию передал заказчику. Всем спасибо, всем пока.